На конкурс дети читают стихи. Стихотворение читает Мурашова Камила, 3 года, город Зеленодольск, Республика Татарстан. Агния Барто, помощница. Утанюсы я внимал, утанюсы много дел. Утром брату помогал, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела, Тани ела, чай пила. Сел с мамой посидел, стала к бабушке посла. Перед сном сказала маме, я устал, не могу, я вам завтра побегу.